кошмар и есть мир, в котором тебе теперь жить. К сожалению, ну да. К сожалению, ну да. Так, ну чё, Симоша, продолжим проходить метро, исход метро, Экзодус. Сейчас мы находимся на Каспии, и нам нужно отправляться на завод. На заброшен завод. И сейчас совсем скоро появится буря. Так, ясно, понятно. Спокойно. Вот эти упыри, которых мы расстреливали. Новый вид упырей из Саратова. Так, спокойно. Бурит что-то не особо хочет приближаться на свет. Начинается. Еще не хватало, чтобы... А подожди, у меня же автомат есть. Конечно. Да еще и глушитель. Так, хорошо. Если что, нам на этот Дамирыч подсказал, чтобы мы шли на вот этот завод. И чтобы там было все хорошо. Так, ну а давайте пока что мы с автоматом побегаем. Саул, это если чё, по-моему, если не ошибаюсь, правая рука этого. Барона. С бароном там вообще отдельно Санта-Барбара будет, но это я уже, наверное, как-то раз расскажу. Не в этой серии, наверное. Мы сейчас пока что направимся к этому нашему Исаулу, который, правда, коня не бросил, но вот железного коня. Вполне возможно. Имею в виду то, что коня, который как буханка. Поедем, правда, попозже. Нам сейчас нужно забраться вот сюда. Не слышу вас! Ответьте! Сейчас все услышишь. Иди в жопу, база! Сейчас ты все услышишь. Все будет отлично. Я тебе прям уверяю. Человечек ты. Так, от двери отошли. За Саулом. Это моя главная цель в данном случае. Так, это что такое? Радио какое-то. Так, а здесь что, больше ничего нету? Из найденышей и так далее. Нет, есть. Так, ладно, там пригодится. Ножки. Спасибочки. Так. На-ка. Отлично. А, подожди. Стой. Надо ответить. Или не отсюда это. Надо не отсюда. Надо оттуда. Но это не сам Саул. Это нефтяник. Тот самый. Ну-ка. Он где-то здесь. Ну-ка. Он вот здесь. Он вот здесь, за стеной. Я уверен. Ну или нет? Я-то думал, он за стеной. Зря мы к нам сюда приехали. А вот и нет. А вот это вот ты ошибаешься, чувак. Вот это ты ошибаешься. Выруби. Я его не хочу убивать. Я хочу, чтобы Дамирыч выжил. Поэтому убивать я его не собираюсь. Если я князя спас, я спасу и Дамира. Так. Отсюда можно их отвлечь. Сейчас, погоди. Связь. Да сейчас, подожди. Эй. Все, отлично, отвлек. Так, радио находится внизу. Так что давайте полезем. Вниз. Сказал я и появился гуль. В смысле? Я нажимал на Е. Видимо, недостаточно быстро. Ну или нет. Так, подожди. Дай-ка я у тебя кое-что соберу. Так, а это? Подожди. Так, а это отберу. Что это такое? Что это такое? Так, где? Где еще? Вон он. Зашибись. Еще и патронов. Так, тихо. Угомонись. Так.
А все уже, только эти патроны остались. Ну ладно. Так, тихо. Спокойно. Спокойно. В очередь. Вот и все. Так. Отлично. Все, все патроны стартил. Так. Сейчас Симоша выпущу, подожди. Твою мать. Это как же неудобно подзаряжать эти патроны, ё-моё. Просто хотя бы отвлек от машины. Что уже, ладно. Да сейчас, Сима, подожди. Я тут с гулями разбираюсь. С тобой разберусь чуть попозже. Вот отлично. Так, это... Нет, это разобрать нельзя. Окей, я понял. Так, это разобрать нельзя. Так. Патроны еще остались, но мало. Давай подзаряжу сразу. Чтобы у нас все в жизни было нормально. Отлично, идем дальше. Так, Дамир. Он там хотел со мной по радио поговорить. Так, Дамир, прием. Нельзя? Ну ладно, окей. Так. Так, спокойно. Манись. У меня всего 3 патрона осталось. И куча патронов в этом. Так, ну ладно. Какие-то еще остались. Но их все равно мало. Нужно находить еще. В смысле, где? Откуда бежит? Я его не вижу. Я его слышу, но я его не вижу. Я его реально не вижу. Ладно, окей. Давайте отправляемся на буханку. Где я? Откуда? Я реально его слышу, но я его не вижу. А вот он. Так, минус. Да блин, хедшот сделай нормальный. Как так-то? Тем более он тебя без задачи вроде как. Вот и все. В чем проблема? Да, Сима, подожди. Все, минус попал. Так. Да как так-то? Да почему? Блин, у меня вообще нет патронов, кроме пистолетных. Кроме пистолетных у меня никаких патронов не осталось в итоге. Это супер отвратительно. А монстры продолжают прибывать. И, по-моему, это был последний. Если это был последний, значит все отлично. Можем забираться на буханочку. На аварийную газовую штуку. Так. Опаньки, а тут как там оказался? Вроде вас же там не было. Тихо, тихо, кстати. Так, тихо. Спасибо. О, Дамир, вот ты где, дружище! Спасибо. Откапывать тебя не надо? Да. Ну, вылезай тогда. Да я уж вылез. С хозяевами этой таратайки, я так понимаю, поболтать уже не получится? Да. Несговорчивые какие. Не, ну почему? Можно похозяйничать? Хотя, будь у меня такая машина, я их не убил. Я бы тоже отдавать не захотел, небось. Ну, едешь себе, кум королю. Это же не пешком по жаре топать. Кстати, как раз сейчас и опробуешь. Не вопрос. Пока ты тут в песке куличики лепил, я антенны разглядел. Так. Значит, и центр связи там. Окей. Думаю, на маяке он, так что дуй туда. Маяк огромный, не пропустишь. Хорошо. Мне тут еще надо понаблюдать за окрестностями базы. Но как освобожусь, может отправлюсь к тебе. До встречи. До встречи. Машину освобождай. Вот и славно. Вот и славно. Чё, куда пойдешь? Своей дорогой. И тут поночуешь. Скорее всего, тут поночуют. Так, Джососек. Мне нужно кое-какие дела с Тимошкой сделать. Так, продолжаем. Пока Сима еще не заорал. Можем спокойно... Так, нога моя. Можем спокойно все продолжать. Так,
И сейчас нам нужно как-то разжиться патронами. Так, давай-ка доставим рюкзак. Посмотрим, что можем сделать. Так, давай сначала аптечки. Отлично. Добавим 11 минут. Так. Так, придется, видимо, возвращаться обратно на поезд, чтобы сделать нормальные патроны там. Потому что в рюкзаке нормальные патроны не сделаешь. Уях. И это на самом деле противно. Тем не менее. В смысле, что это там? Где? Откуда? Почему? Зачем? Что случилось? Дамир. Чего ты? Дамир что-то начинает сходить с ума. Так. Блин. А ведь мог подстрелить. Ну-ка, подожди. Попробуй-ка. Ой, хорош, отлично. Ну все. Садимся впервые на буханку. Сколько лет моих игровых. А ведь я когда-то на буханке был. Правда, давно. И тогда я просто уезжал с какого дня рождения. Нужно было какие-то вести. И вот не спереди было, а вот там вот сзади сидел. Трясется, будь здоров. Но тем не менее, поездочка, конечно, не кайф, но тем не менее. Так, ну чё? Всем слушать! Барон говорить будет! Надо прям... Всем слушать! Барон говорить! С бароном там отделиться. Братва! Мем сообщают, что на нашу территорию подвалили какие-то гастролёры на паровозе. Это странно! Мы вроде всем уже показали, что на нашу землю без приглашения соваться себе дорога. Хоть не видать из непонятливых, ну или издалека. В любом случае надо разобраться, что это за черти и чего хотят. Кого надо, вызову отдельно. А остальным пока готовить дачки, пушки и бычье из рабов. Скоро все это может понадобиться. Всем отбой! Барон сказал! Отлично. В общем, чего? Не начинай давай. Чего больше будет? Вот буря, не начинается. Понял. Что-то на карте отметили, да? Да, территория врага. Окей. А сейчас вам Артём, Дамир, новое задание. Что такое? На связь вышла местная жительница, Юль. Она Гульнара. На маяке отбивает атаку бандитов. Если поможем, готова провести нас в центр связи. Это не вопрос. Это нам не такую возможность упускать, поэтому поможем. Но аккуратно. Так. Выполняйте. Конец связи. Да, она нас собирается нападать. Вот то, что она на нас нападает, как раз кит-то не собирается. Барон говорить будет! Так, вот здесь, по-моему, надо слушать. Всем слушать! Барон говорит! Подожди, я посмотрю. Вы, мля, бараны драны, эту шмару поймать не можете! Послушай, а то, мля, целой бригадой! Она там уже дюжину пацанов завалила, значит. Ну так если будете и дальше с раками думать, она всех положит и на вышку заявится! Знаете, какие истории лохматые про эту ведьму рассказывают? Но так если вы и дальше будете в том же духе выступать, они на нее и молиться начнут. Короче, мне реально похер, как вы ее возьмете. Хоть весь остров сожгите. Но если без нее вернетесь, я из вас всех баб сделаю, поняли? Дебилы, бля. Всем отбой, барон сказал. Ну, баб ты из них вряд ли сделаешь, поскольку у тебя кишка танка на это. О, пещера. Ух ты. Смотри, по пещеру тут есть. А зачем я туда поехал, ты дурак? Там сейчас заедет. Это кто? Не подожгла! Сука! Ай, больно как! А он так сдохнет, да? Да, так сдохнет.
без моего участия. Так, спокойно. Вот здесь сейчас надо поспокойнее. Что здесь? Здесь могут быть всякие люди и нелюди и так далее. Фонариком не светимся. БНВ тоже не особо пользуется. Будем передвигаться аккуратно, медленно, но верно. Я мог, конечно, и сверху все это дело сделать, но лучше это. Так, спокойно. Пусть перетащит. Можно, в принципе, убить, но нет. А хотя, ну давай. Все хорошо, хозяин. Скоро пройти. Скоро хорошо. Эй. Эй, Джумшу. Отлично. Так. Это мы потом разберем, когда вернемся обратно в поезд. Так, фильтры мне тоже не помешают. Но я потом использую. Сейчас пока что радиации особо не вижу. Так. Отлично. Так. Что там, умирают, что ли? Разберем металлолом, чтобы все было хорошо. Так. Заодно соберем патроны. Опять же повторюсь, можно было и сверху, конечно, все это дело сделать, но там мы больше патронов потратим. А здесь хотя бы мы просто пройдем без убийств. Нельзя. Но задрано уже шарить по углам. Да и подорваться тут как два пальца. Тихо. Тихо, спокойно. Ну и вообще, все сработало уже, походу. Иди-ка сюда. Так. Отлично. Так. Разбери. Идем дальше. Ну, падла, ловушек натыкала. Так. В 182-ре этой запчасти. В смысле, кто? Блин, сверху. Черт. Я думал, сверху никого не было. Весь стелс, блин, бросал. Весь стелс бросал. Шипец, блин. Ну как так-то? Вот как так-то? Такой стелс бросать. Ну как так можно? Как так можно? А можно. А возможно. Я-то не думал, что он там сверху-то есть. Я его не видел. А он был. Давай. А, я понял. Так. Сейчас самое главное на ловушке не наступать. И все будет у нас чики-пуки. Локи-доки-локи. И... Сим-салабима, ахалай-махалай. Так. Вряд ли, чувак, вряд ли, она снайпер. Она стреляет, будь здоров как. Так, лучше туда не ныкаться. Лучше здесь остаться спокойно. Так. Если бы они там сейчас глупости какой не затеяли. Лучше бы вы здесь глупости не устраивали. И не поворачивались в ту сторону, где я сейчас нахожусь. Блин, они смотрят на меня, эти сволочи. Их убрать-то по-тихому. Если только не... Противник замечен! Твою мать. Я думал, попаду. Занята! Скорее! Есть контакт. Вижу противника! А, есть контакт. Теперь противника ты не видишь. И не увидишь. Ты не в своей жизни. Но у меня один патрон. И это супер как отвратительно. Тем не менее, автоматные патроны я подбираю, и это очень хорошо. Блин, вот и если бы можно было вот эти вот подстрелить, было бы вообще красиво. А так все идет через руку. Ну ладно уж. В принципе, неплохо. Так, здесь ловушек нету. Идем дальше, спокойно выходим на улицу. И при этом сохраняем стелс. Хоть мне
тем не менее. Главное сейчас, чтобы этот корабль не упал на землю. И в океан тоже. Че встал, что смотришь? И ничего особенного. Так, пока меня не видят, здесь были все самое нужное. Девушка, а вот она, вот моя. Так. Это противник, да, это противник, но я до него не стреляюсь. Спокойно, давайте. Как-нибудь. Священное пламя, тебя покарай. В смысле, стой, застрелю, подожди. Стой, дурак! Что здесь сама вас разбудишь? Эй, я здесь. Всех не перестреляй, Рази. Баба! Хватит! Ты на тебя доберешься! Да где же он? Я Артем, звать величать. Так, где? Быстро убивать будем. Так, спокойно, где? Почему не пришел еще? Потому что это не тот барон. Но об этом как-нибудь другой раз. Потом, кто настоящий барон здесь. Потому что тот барон, с которым сейчас разговариваешь, и которого мы сейчас слышим, это барон Двойник. Это не настоящий барон. В принципе, я уже все рассказал. На, собака бешеный! Где собака бешеный? Не вижу. Вон он. Собака бешеный. Да что ты говоришь? А где еще собака? Вон собака. Спокойно. Спасибо. Пьем, чай пить будем. Было бы неплохо, на самом деле. Я на чаек согласен. Все тихо, да? Никто нет уже? Наверное. Сюда иди, да? Да, все, иду. Иду, Гульнар, иду. Так, улучшение, хорош. Так, ну и все, наверное, хватит, потому что здесь больше я ничего такого не вижу. Это Ланес! Это кто? Тебя убить? Мандас, изоляди! Заткнись, а! Он враг, ты его убивал! Ты друг, думаю! Дверь, скорее всего, я зря это сделал. Ты стой, я лифт опущу! Наверное, я это заделал зря. Потому что загорелся не очень такой вспышка. А раз появился не очень такой вспышка, это значит, что Дамир, скорее всего, умрет. Чи не умрет, а не пойдет с нами на поезд. И это очень плохо. Это не есть хорошо. Ну да ладно. Может быть, концовка будет и без Дамира. Хотя, наверное, без Дамира вообще будет куда хуже. Что? Чего? А, я должен, что ли? Уведешь меня, ну ладно. Так, наверное, пушку мы сейчас уберем. И спокойно поедем. Блин, красивый пейзаж, слушай. И вот это все. Мы будем обследовать. Ты Артем, да? Да, я. Проходи. Привет, Гульнар. Кто убил Мунай Бай, мой друг? Очень хорошо. Мунай Байлер, народ Гюль весь в кун. В рабы превратил. Меня так же хотел. Лучше смерть. Прям. Слышу хорошо. Ваш человек помог мне. Гюль в долгу. Но зачем вы здесь? 5 лет никто не приходил, один Мунай Байлер. Гюльнара, что вы знаете об антеннах возле вашего маяка? Раньше до войны центр связи был. Мама работала офицер связи раньше. Брошен давно. Был там после войны, искал следы мама. Ничего не нашел. Брошен. Гюль, услуга за услугу. Мы помогли вам, помогите нашему человеку попасть внутрь. Хорошо. Я помогу. Артём, надо найти архив. Он должен быть где-то рядом с командным центром. Ищи снимки за послевоенный период, только свежие.
года с 2013-го. Окей. Эмир скоро будет там, можешь на него рассчитывать. Конец связи. Не вопрос. Если идти сейчас надо, пока новый Мунай собака не приехал. Окей. Рабочий верстак. Если надо, пользуйся, да? Надо. Там всякая опасность может быть. Умный человек не ходит. Согласен. Ты умный, но у тебя выбор нет. Есть. Выбор всегда есть. Выбор есть всегда. Даже вот такой красивой казашки, как ты. Так. А ноги? Ноги есть, хорошо. Ноги есть, это хорошо. Так, давайте посмотрим, что у нас там на втором этаже. Вон, она здесь спит. Ой, хорошо. Неплохо так обосновалось, слушай. Так, ну давайте. Рестарт мне сейчас нужен как никогда. Патроны сделать. Аптечки. Да, аптечка есть. 15 минут тоже есть, хорошо. Так, это разберем, потому что я особо нигде не буду использовать этот, как его. Сейчас скажу. Дробовик. Так, эти мы улучшим. Так, это не надо. Так, здесь. А у меня зажигательные были, блин, а я забыл про них. Ну ладно, бывает такое. Так, а все, больше нельзя. Так, а здесь? Здесь тоже все. Так, здесь давайте мы разберем вот это. Хорошо. Так, не хватает. Хватает только на 10. Хорошо. Так, здесь. Почистим. Здесь. Почистим. Он весь в списке. Здесь тоже. Так, и что у нас тут? Шестизарядный барабан. Классический револьверный барабан. С шестью каморами и механизмом одинарного действия. А зачем? Он мне все нахрен снимает, поэтому не надо. Мне это ни к чему. Так, придется пока попользоваться автоматом, потому что у меня сейчас беда с патронами. Готов? От... Нет? Скорее тогда. Торопись, да? Да все, я залез, эй. Поехали. У меня сейчас беда с патронами. Да война от... красиво был. Море был. 5 лет мне был. Мама молодой был. Живой был. Теперь пустыня. Звери в уроды превращал. Люди в звери превращал. Народ Гюль в звери превращал. Не сам по себе. Нефтяной собака превращал. Море уходил. Надо не тот барон. Нефть оставался. Настоящий барон где-то здесь находится. Но не знаю, где там что-то. Старик умирал. Молодой оставался. Собак нефтяной слушал. Собака говорил, он бог огня теперь. Молодой поверил. Не тут-то было. Чего, не тут-то было. 5 лет война кончался. Мама умирал. Гюль один оставался. Понятно. Ну, наверное, от одного, если я избавлюсь. Здесь в чем прикол? Для того, чтобы оставить Дамир в поезде, нужно, чтобы мы освободили всех рабов нефтяного барона. И мне кажется, что смерть одного вот этого раба, что ли, оно не повлечет за собой последствия, как я думаю. Потому что мне кажется, мы убили раба. У нас появилась такая вспышка внезапно. Значит, мы какого-то раба убили. А его убивать не надо было. Тем не менее, он нарывался. Что? Тоже жив был? Ты чё, совсем что ли жив? Окей, идем за Гульнарой. За Гулькой. Один я сюда ходил. Один знаю, как дверь открывать. Ну, открывай. Вниз не ходил, вниз пауки. Ну и что? У меня, эти как его, фильтров видишь, достаточно. Видишь, проход здесь. У-у-у. Туда лез, потом я. Окей, иду. А в принципе должно было быть наоборот. То, что сначала я полезу, потом ты. Так, стоять. Давай-ка все посвечу этим. Так, ну вот здесь, наверное, фонарь включать. Включи. Так, здесь, наверное, ты оборудуй пока что. А я пока тут смотрю все как есть. Вот здесь электричество шок. Давно нет. Сейчас включу. Сейчас включу. Давай.
Так, сейчас спокойно. Так, найс. Все, есть питание. Должно хватить. Тогда я подзаряжу чуть-чуть. Все, хватит. Открывай. Окей, но ты должна мне еще одно задание кое-какое быть дополнительное, связанное с твоей фотографией. Или ты дашь, когда я включу вот этот регулятор, да? Ну-ка, давай задание. Если мамин вещи увидишь, принеси. Большое спасибо говорить буду, сколько жив буду. Принесу, посмотрю. Попробую осмотреть каждую комнату. Так что не волнуйся. Я сейчас хочу попробовать. Там, короче, вот в этих катакомбах содержатся пауки. И вот сейчас я хочу попробовать узнать, работают ли против этих пауков. Если работают, то очень хорошо. К тому же они еще и свет боятся. Окей, понял, спасибо. Мерси. Правда, еще надо его зарезать потом ножом. Так что одних паук прогонял будет недостаточно. Так. Так, здесь я, видимо, не зайду, но надо здесь сделать вот так. Или так не работает. Нет, так работает. Но плохо. Работать плохо. Так, ну и чё? Так, вон, вижу проход, вроде бы. Да не вроде бы, а точно. Заходи, чё. Так, пошли. Сожгу всё к чертям. Или не жжётся это? Жжётся. Правда, особых препятствий эти паутины мне не дают, поскольку эти паутины вроде как, они... Ты не тут упади ещё, слышь. Ну-ка, если я встану. Нет, не упадет, наверное. Не упадет. Ну-ка, если я подпрыгну, попробую, ну-ка. Нет, не упадет. Не упадет. Ну ладно уж. Ничего, перепрыгнуть надо. Да, пробую. Твою. Отлично. Ой, хорош. Так. Так, свет давай. Да. Вот эти болты, они жгут пауков на будь здоров. Так что я, несомненно, этому рад. Так. Так. Что, здесь радиация? Нет, вроде. Не радиация. О чем проблема? Радиация. Все, спокойно. Радиация, понял. Здесь есть радиация. Так. Я их вроде слышу. Нет. Так. Вон они. Вон один. Где? Отлично. Так, где еще? Где еще эти ползучие твари? Так, книженцы. Это потом. Это вы можете сами потом все почитать. Так, хорошо. Так. Так, пока что перезаряжаться особо не будем. Поэтому следим внимательно за пауками этими. Пауканами, точнее. Это же пауканы ведь. Это не просто пауки, это пауканы. Пауканы, которые меня сейчас будут выбешивать своим внезапным присутствием из темноты. Артём, раз, проверка связи. Это я, Дамир. Надеюсь, ты меня слышишь? Да, тут точно. Не-не. Ты как она, тоже казах, по-моему. Внимание! Аварийная остановка системы вентиляции. Всем
указаний. Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Да, слышал. Я очень прекрасно все слышал, чувак. Я не глухой. Уж поверь мне. Так, вот здесь, по-моему, фотографии должны быть. Или нет? Нет, не здесь. Они где-то были, я точно могу сказать, но не знаю где. Не шарю. Не в тупо. Подожди. Подожди. Так, фильтр. Сейчас. Понятно. Так, ну все. Вот фотография. Нет? Нет, не фотография, окей. Так, подожди. Нож возьми. Так, диктофон проигрывай. Так, где еще? Степаныч, херовые дела. Через те трещины, что на нижнем уровне получились, как крайний раз тряхануло, газ просачивается. Токсичный, чтоб ты понимал. Вентиляция его пока вытягивает, справляется. Но что, если снова свет отрубится? Или тряхнет еще разок, и трещины пошире откроются? Я Викторовичу доложил, а он в своем репертуаре. Сидит у себя в командирском кабинете, бухает и толдычит одно и то же. Не разводить панику, придерживаться директивы 01. Эх, уже и не знаю, что тут делать-то. Директива особо никому в этой жизни не помогает, это я точно могу сказать. Ой, тут вообще, конечно, тьма, хоть убей. По НВА особо здесь бросаться мы тоже не будем. Вот сволочь, блин, если она сейчас погаснет, то вообще будет. Не алло, хоть убей. Так, спокойно. Так. Блин, а так подстрелить нельзя, блядь, да? Так подстрелить нельзя, ну ладно. Хорош. Так, здесь нету тайничка никакого. Пойдем дальше. Так. Ты можешь перезарядиться? Спасибо. Так. Артём, да? Я попробую открыть нижние уровни. Так. Открывай. Где-то тише было. Ну-ка, здесь радиации вроде нет. А, вот оно. Открываю! Я понял, радиация есть, я понял. Система вентиляции работает в штатном режиме. Всем действовать согласно инструкции. Ни хрена тут командный центр, смотри-ка. Круто, слушай. Еще тут отмечают какие-то важные точки, смотри-ка. О, красота. А Австралию, главное, никто не пометил. Ну ладно уж. Блин, ну командный центр тут, конечно, будь здоров. Красота, да и только. Так, протри. А хотя протер тут особо незачем. Хотя стекло почему-то потеет. Так. А мы уж, по-моему, везде были. Что-то у меня возникает ощущение, что мы уже были везде. Да, блин, как же меня задолбали эти паутины. Они уже везде, блин. Где бы я бы ни находился, где бы я бы ни ступал. Они везде, эти паутины. Ну что, все время придется с зажигалкой бегать, что ли? Блин, по-видимому, придется мне все время с зажигалкой бегать. Выезжайся. Так. Ну, здесь незачем. Так. Заодно, кстати, это будет как дополнительный свет. Это зажигалка. То есть у нас будет сразу три источника света. Это зажигательные патроны. Это фонарик и это зажигалка. Ну, в смысле, ну, можно здесь так от шики избавиться немножко. Потому что здесь света и так много. Плюс еще нельзя забывать, что надо подзаряжаться. Хоть света и много. Артём, связь рвется, ты слишком глубоко. Но есть одна идея. Какая? Олей. Откроешь? Окей, почему нет? Двери архива открываются вручную только изнутри. Я понял. Туда можно попасть через вентиляторы с местного помещения. Поищи вход там. Ну я уж пошел. Видимо, туда я и иду. Так. Ну я, наверное, не проморгаю эти фотографии, как я. А может и проморгаю. Но лучше бы не проморгать. Если я эту фотографию не проморгаю, значит все будет нормально. Значит, все будет у нас чики-пуки, все будет зашибись.
фонарь. Ой, фонарь говорю. Что-то в некоторых местах не горят. Не горит этот, как его. Это называется паутина. Тихо, давай ты тут, это не устраивай мне здесь. Что нужно изначально? Найс. Да как? Два раза промазал, нормально. И чё сейчас? А, нет, не промазал. Не промазал, хорошо. Это прям отлично. Прям зашибенно, это будет супер офигенно. Не, было бы вообще неплохо на самом деле, если бы этот запутался бы. Паутине вот эти вот, как его, вот эти пули бы запутывались бы все в паутине и сами бы это зажигались бы, а то приходится доставать себе зажигалку, а так-то неудобно особо. Да и к тому же эти паутины не особо никакого вреда не причиняют, так что какой смысл, зачем я на них трачу свое драгоценное время. Ну да ладно. В некоторых случаях нам все-таки нужно. Где? Ой, тихо. Сейчас главное нигде не заблудиться вот этой вентиляции, иначе все тут вообще очень печально. Поскольку я в играх не особо люблю вентиляцию. Я ее в принципе ненавижу, вентиляцию. Что в играх, что в фильмах. Вентиляцию я терпеть не могу. Потому что вентиляции вообще толку нету. Вентиляция — это в принципе вообще страх полный. Потому что не дай бог застрянешь в вентиляции, и все. Сгниешь навечно. Так, продолжаем. Небольшой тут казус случился, можно так сказать. Скоро так, а вот мы и до архива добрались. Внезапно. Так, ну давайте посмотрим, что у нас тут есть. Так, 70-е. Ага. Так. Кишки. Так, 80-е. Тут особо ничего не скажешь. Так, здесь 90-е. Так, о. Стык, что нашел? Водочку. Причем, именно обратите внимание, где находилась та самая водочка. В августе 91-го. Что как бы намекает. Плюс еще эта водочка дает какие-то видения особые. Так. Сентябрь 2001 года. Это тоже как бы намекает. Потом вот здесь вот. Допустим. Так, здесь книга «Метро 1033». Это, видимо, первая выпущенная книга. Здесь тоже какая-то книженция. Здесь 2019. Я могу взять 2019. Нет, вот 2019. Я не то взял! Я не то взял! Я не то взял! Артём, ты не то берёшь, дурачок! Артём, ты не то берёшь, дурачок! За 2013 надо. А, ну ладно, пускай все посмотрит. Тебе же сказали за 2013. Зачем ты берешь за 19, дурачок? Ты зачем берешь за 2019, идиотина? Ты куда пошел, дурак? Назад! 13-й! Или чё? Или он правильно взял? Не понял. Не понял. В смысле? Он чё, взял правильно? Серьезно? Ты сейчас не шутишь? Блин, а прикинь, если я неправильно взял, если я не то взял. Блин, если я сейчас не то возьму, это вообще будет прям не алло.
зачем ты взял это за 2019? Я ведь случайно нажал, я помню, что он сказал за 2013. Ну и ладно. Значит, пойдем на другой континент тогда уж. За 2013. Господи. Ой, господи. Ой, ну и весело же будет потом, когда они узнают, что я, оказывается, взял за 2019. Ладно уж, посмотрим на это веселье незабываемое. Или вообще всем будет пофигу. Или вообще здесь, мне кажется, не важно, какой возьмешь, главное, все будет нормально. Блин, а фотографию я-то что-то не нашел пока что. Потому что из вот этих личных вещей, которые говорит Гульнара, это фотографию надо найти. Я ее пока не вижу. Значит, она где-то впереди находится. В смысле, лифт не идет? Приготовься, выключаю. Все, идем обратно. Или можем еще раз на самом деле посмотреть, чтобы действительно вот уж точно понять, что мы ничего не пропустили. О, здесь еще есть дверь какая-то, смотри-ка. Вот. Я же говорил, что мы что-то пропустили-то, а вот. Вот, нашли. Все. Все. А то я думал, а почему я вот в той комнате-то не взял фотографию-то? Оказывается, она вон где была. Собственно, возникает вопрос, а как я мог забыть? Вот забыл. Перебрались на старый маяк. О том, чтобы дальше жить с Гюль в этой норе, не может быть и речи. Каждый день открываются новые газовые гейзеры. Скоро весь бункер завалится. Надеяться не на что. Никто уже не знает, зачем мы здесь. Работать невозможно. Спускаюсь вниз только за жалкими крохами, которые теперь называются пайком. Хочется верить, что наверху безопаснее, но это тоже самообман. Люди голодают. Каждый день новости о новых, все более жестоких нападениях и убийствах. Все мысли о Гюле. Доченька, неужели этот кошмар и есть мир, в котором тебе теперь жить? К сожалению, но да. К сожалению, но да. Ну все, личную вещь мы взяли, теперь можно спокойно идти обратно. Все спокойно и совестью. С чистой душой, спокойно. Выезжайся, давай. И еще паукан. И это все. Вот это все, мне кажется. Я сейчас еще полазю. Вот они уже. Я там еще был. Вот такая. Где? Где? Где еще? Вот. Отлично. И все, по-моему. Пока лифт. Или надо сначала все паука перестрелять. Сначала надо пауками заняться, а потом уже займемся лифтом. Три. Где? Блин, откуда плюется? Понял. Да блин, Виктор, еще, господи. Где? Где? Вижу. Зачем? Зачем выключил? Вижу. Где? Война. Вас применили. Я не вижу его. Артём, давай быстрее. Блин, плюется. Да ё-моё, господи. Я реально не вижу, где они. Хоть убей. Всё, давай. Гоним отсюда. Блин, капец, я слепой. Я реально их не вижу, лучше бей, я их реально не вижу. Я не понимаю, почему. Не улыбаюсь вообще.
Лифт уже не нужен! Так, а все здесь можно снимать этот магаз. Все, я помогу. Где? Или нет? Или все уже? Все. Домир! Электричество почти вышел весь, скоро совсем жжёт! Жжёт. Артём, Дюль, уходим! И ты туда же со своим шайтаном, господи. Бегом, марш! Все, идем, чё? Войны, идем, 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 идем. Еще неизвестно, те карты я взял или нет, я взял за 2019. Кстати, тачку эту я пригнал. Она тут, на причале. Как этот лифт вообще работает? Весь бункер ведь в трещинах. Мне кажется, сюжет не изменится, если я возьму эту карту. И остальное тоже. Я, кстати, твою фотографию тоже принес. На. Ты, брат Мэтт. Спасибо тебе, Артём. Пожалуйста. Это тебе. Когда я маленький был, отец дарил. Дамир говорил, с вами девочка едет. Отдай ей. Пусть удачу ей принес. Окей, отдам. Все, Дамирыч, пойдем. Вы очень везучий. Мунайбалер много поход ушел, почти весь. Если Орда был тут, вы бы уже мертвый был. Думаю, это наш шанс что-то изменить. Возможно. А, Мунай Байлер. Это по-русски получается нефтяники, пожалуй. Меня слушал. Как идти, рассказываю. Когда вышел, направо езжал. Там дорога в порт когда-то был. Аня должна быть где-то там. Свяжись с ней. Наверняка она нашла что-то интересное. Я останусь. Попробую выяснить побольше про этих нефтяников. Как узнаю, что полезное, сразу свяжусь с базой. Окей, не вопрос. Юль, скажи, как получилось, что здесь заправляет этот барон? Ну, давайте расскажите еще что-нибудь. Мой народ сам выбирал свою судьбу. Как это сам? Сами в рабство пошли? Сам. Мунай Байлер сказал, работал на меня, я защищать буду. Он согласился. Мунай Байлер сказал, почитал священное пламя. Он тоже согласился? Ну, тогда ведь у них и выбора не было. Сражался, был выбор. Сражался и умирал, но не ставал раб. Не все к этому готовы. Надо был готов. Я всегда готов. Потому и сражаешься одна. Ха! Для оборон меня один хватит. Ну, убьешь ты его. А дальше? Барон мертвый будет? Тогда буду про дальше думать. Тоже верно. Не знаю, будет ли он. Иди, Артём. Удачи пожелать. Окей, спасибо. А ты? Беги, пожалуй, Артём. Позже поговорим. Окей, пойдем. Давай, Артём. Замка. Хорошей дороги. До свидания, Артём. И тебе не хворать, и тебе тоже будет. Поехали. Давайте увидим. База, это Анна. Чёрт, песок. Я рядом с портом, лежу за основной дорогой. Активность есть, пока ничего особенного, но лишний звук бы не помешал. Блин, отправляю твои координаты нашему разведчику. Барон говорить будет! Всем слушать, барон говорит! Так, братва, перетер я по радио с паханом этих гастролеров поезда. И вот даже не знаю, что и сказать. Короче, пахан этот настоящий полковник. Ага. И приходил он сюда не просто так, а по важному заданию верховного командования. Что?
тоже задание, правда, не колется. Он там секретное оно. Но, мужики, если думаете, что это все, то хрен там плавал. Знаете, откуда это полковник пожаловал? Прямиком из Москвы. Давно так держал, да. Так это еще не все. Этот клоун хочет воды, топлива и проезда по нашей территории. Всего ничего, правда? А взамен Верховное командование нас щедро потом отблагодарит. Ребятки, я такой херни в жизни не слышал. Не знаю, что за полковник и кто ему сказал, что у нас тут лохи пальцем деланные живут. Но такие шуточки ему даром не пройдут. Сейчас подойду, подожди. Пока что вот как будет. Кто живого гастролера мне притащит, озолочу. Интересно мне на гостя из самой Москвы взглянуть. Взглянешь. Всем отбой, барон сказал. Плюс еще всем расскажу, что ты, оказывается, вовсе не тот барон, за кого себя выдаешь. Пойдем. Хотела. Смотри, как я тут устроилась. В Москве нормально. Было похоже. Правда, да, ну. Жарище тут, духота. Чувствую, скоро свалюсь, как Степа. Да не сваришься, все нормально будет. В общем, что я тут разведала? Давай, рассказывай. Видишь кран на краю пирса? Ага. В кабине кто-то есть. Толком не разглядеть, но мне кажется, он меня заметил, как только я пришла сюда. Ну, это снайпер, для наблюдения за базой точка отличная, так что проверить нужно. Окей. Теперь посмотри на тот разбитый корабль. Самый большой, у самого обреза воды. Видишь? Ну. Так вот, он не разбит, а разобран. Туда несколько раз подъезжали грузовики с клетками. Похоже, эти бандиты держат там местных. Освобожу. Так, дальше. За портом какое-то здание. Думаю, это диспетчерская аэродрома, но не уверена. Допустим. В любом случае, техники там должно быть много. Может, найти что-нибудь интересное. Найдем, посмотрим. И? Что еще? Все? Вижу, ты нашел карты. Да. Молодцы вы с Только Дамиром. Еще не уверен. Те карты я взял. Потому что я взял за 2019, не за 2013. Я буду дальше следить за вышками, а ты решаешь, что делать дальше. Ну, вообще-то есть одно кое-какое дело. Ну, да ладно. Как же хочется смыть с себя песок. Быстрее бы убраться из этой пустыни. Уберемся. Если собираешься в порт, на крыше как раз канатка в ту сторону. Окей, спасибо. Спасибо за совет. Так, ты поаккуратнее там, ладно? Ладно, постараюсь. Так, а буханку пока здесь оставлю. Пусть пока что она тут постоит. Сейчас пока что давайте мы на этой самой канатке и остановимся. Так, место сохранения. Все отлично. В общем... В следующей серии мы с вами начнем расследовать эти три точки. А потом еще кое-какие три точки будем расследовать, но это уже когда-нибудь потом. А пока что на этом усё.